Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами прогулки по праздничной новогодней Москве. И начали мы свою прогулку, как всегда, с Тверской улицы, где освещение в этом году напоминает красивые фужеры с пенистым игристым шампанским. Раз налиты бокалы, то я поздравляю вас с наступающим Новым годом, дорогие мои, любимые мои друзья! И как это принято в Новый год, я желаю вам счастья в Новом году, любви, хорошего настроения, удачи во многих делах, чтобы ваши мечты осуществлялись или хотя бы важные самые мечты, и чтобы у вас все ладилось и в семье, и окружали вас любимые друзья и любимые люди, и чтобы у вас был всегда прекрасное настроение, и чтобы вам хотелось работать и продолжать эту удивительно прекрасную жизнь. От всей души примите мои поздравления, дорогие мои друзья! Друзья мои, мы подошли ко входу в ЦУМ, и сейчас я хочу вам показать, как красиво оформлены витрины в этом году у магазина. Там вы увидите сказочных персонажей из разных сказок. Но я вам покажу только несколько из них. Thank you.
Я надеюсь, вы узнали и Буратино, и Златовласку, и Красную Шапочку, и других героев сказок, наших любимых сказок, о которых мы всегда вспоминаем под Новый год. С Новым годом, мои дорогие, мои любимые друзья!